Сегодня мы подводим итоги конкурса, который проводили в сообществе Дмитрия. Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте, Андрей, и здравствуйте все остальные ребята. Отлично. Я буквально пару слов скажу о том, кто сегодня в нашем звонке. Значит, буквально неделю назад в сообществе Дмитрия запустился конкурс, который назывался «Задай вопрос Дмитрию», и мы собрали более 150, там почти 200 вопросов, которые пользователи хотели бы задать лично Дмитрию в ВК-звонках, и Дмитрий сам выбрал 3 лучших вопроса, и авторы этих 3 вопросов сегодня в звонке. Дмитрий, все так было? Все было ровно так. Разработали специальные, больше того, фоны, которые вы видите на фоне, и в напряженнейшей борьбе выбрали нескольких участников нашего сегодняшнего разговора. Извините, я немножко потормаживаю, потому что мне нужно сделать пост был у себя на странице. Я кое-как пивовато сделал пост у себя на странице с ссылкой на этот звонок, групповой, видео с фонами. Да, я бы хотел отметить, что в ВК-звонках действительно появился фон авторский, эксклюзивный, вот который находится за мной. Поставить такой фон может теперь любой желающий, можно это сделать и в мобильном приложении ВКонтакте, и в приложении десктопном, которое называется ВК-звонки, и даже в веб-версии соцсети. Поэтому, друзья, ставьте фоны, созванивайтесь. Ну, а мы сегодня поспрашиваем Дмитрия обязательно и постараемся задать вопросы, которые будут возможны и по ходу трансляции. Дмитрий, расскажите немного о фонах. Что мы видим? Что мы видим за нами? За интересные такие вещи мы видим. Да. Значит, смотрите, я тогда буду сейчас периодически садиком без головы, да, чтобы можно было лучше рассмотреть, что на фоне. Мне кажется, здесь ключевые, самые знаковые предметы, объекты и артефакты, связанные с различными книжками моего авторства. Вот, например, прямо у меня над головой, если вы видите тоже, что я, это, значит, зажигалка гильза, которая появляется в компьютерной игре «Метро 2033» по мотивам романа «Метро 2033». Дальше кофемолка с ручкой, вот ящик с ручкой, это ручная кофемолка, которая имеет отношение к роману «Сумерки», потому что главный герой, домосед, интроверт и переводчик, значит, с иностранных языков на русский, в частности, в романе «Сумерки» он переводит испанский манускрипт, дневник конкистадора, покоряющего земли индейцев майя, он, значит, пользуется вот этой аналоговой ламповой, даже и доламповой фемолкой, чтобы намолоть себе кофейных зерен и заварить их в турке на газовой плите. А, значит, маска слева от шара воздушного с надписью «Россия» — это маска бессмертных из романа «Будущее», который повествует, значит, о том, что в мире изобретается, в нашем с вами мире, в некотором будущем, что я вставляю это название, изобретается некая сыворотка смерти, от смерти. Генетическая инженерия позволяет людям преодолеть механизмы старения, они больше никогда не стареют, не, практически не умирают, а ну, запрещено им людей, детей себе заводить. А вот если кто-то, потому что, чтобы не нарушать хрупкий баланс по численности населения. И что-то не умирает, значит, рождаться тоже нельзя, значит, места для всех не хватит, земля не резиновая. И люди, которые, значит, нарушают, не приходят такие специальные бойцы, силовики в масках с изображением греческого бога Аполлона Бельведерского и отбирают у нарушителей их незаконно, значит, зачатых детей. И главный герой, собственно, вот такой как раз силовик, которому предстоит пройти некоторый путь обращения из неправильного в правильное. Воздушный шар с надписью «Россия», значит, он из рассказа «Перед Штилем» в книжке «Мои рассказы о родине». Там речь идет о том, что в России все деньги берутся из воздуха, и гигантские шары воздушные парят в небесах над нашей родиной, конденсируя, значит, денежные пары и превращая их в потоки кэша, которым, собственно, потом низвергаются на жителей, ну, опосредованно через власть, на жителей нашей Родины. Дальше шлем. Вот мы видим шлем с буквой «М», с такими молниями, стрелочками. Он тоже имеет отношение к игре «Метро 2033» у книжки. А вот скейт расписной, значит, «Хохлому» — это как раз к самой свежей книге и аудиосериалу моему имеет отношение, который называется «Пост». И «Пост» — это, значит, тоже постапокалиптическая история про Россию, распавшуюся в результате гражданской войны, где от России только Московия остается, границы проходят по Волге. Сейчас отдельное спасибо за популяризацию этого термина и концепции президента Российской Федерации, который недавно стращал нас всех тем, что скоро от России может остаться только одна Московия, если землю разбазаривать. Но вот все это описано в у меня в книжке 3 года назад было. Видимо, почитали люди. Значит, и дальше телефон мобильный расколотый. Это имеет отношение к книге, к фильму «Текст», где телефон становится главным таким сюжетным девайсом, будучи отобранным парнем, которого неправедно засудили по 228 за употребление наркотиков, якобы. Вот, и запихнули в тюрьму на 7 лет, он вышел из тюрьмы и поквитался со своим обидчиком, забрал его мобильный телефон и начинает притворяться им. При помощи мобильного телефона пишет от его лица, значит, всем его родственникам, деловым партнерам, девушке и так далее. Начинает вживаться через мобильный телефон в его шкуру. Вот, мне кажется, я плюс-минус все... А, ну, там еще рельсы, но рельсы понятно, что рельсы у меня везде проходят, через все произведения рельсы я люблю. Вот, значит, вот в целом такой сюжет наполнение. Что там у меня осталось? А, и майянская пирамида прямо за мной. Пирамида индейцев майя жертвенная, храмовая. Это тоже имеет отношение, собственно, как кофемолка к роману «Сумерки». Вот. Так что цветочки, я не знаю, цветочки, может быть, человек рисовал от себя, не узнаю. Цветов у меня, мне кажется, маловато в произведениях. Разве что в «Метро 2035» упоминается, что жители Рижской, на которой находился большой цветочный рынок, после войны долго еще торговали засохшими цветами, но потом все сгнили окончательно, им пришлось тогда заниматься дерьмоброкерством, значит, перепродавая навоз, значит, жителей ВДНХ Алексеевской, и дальше
в сельхозугодье на станциях кольца, лицевой линии. Ну вот, как так, в целом. В общем, такие крестражи изображены. Да, можно так сказать, да. Кстати, фон можно посмотреть, и, насколько я помню, в шапке сообщества авторского ВКонтакте, там тоже, в общем, все эти элементы представлены, поэтому заглядывайте обязательно, смотрите и рассказывайте своим друзьям про то, что там изображено. Дмитрий, я предлагаю нам поприветствовать наших участников звонка, которых здесь трое. Это победители, победители конкурса на лучшие вопросы. С нами в звонке Андрей. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Мы обязательно к вам еще вернемся. Давайте поприветствуем всех участников. Также с нами Ксения. Ксения, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Ксения. И Светлана. Очень красивые шторы. Спасибо. И Светлана. Вы можете поставить фон. Так, а Светлана, да? Светлана. Да. Здравствуйте. 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 Да, тоже стоит в фон. Знаете, у меня, я хотел бы сказать, что я неоднократно, поскольку выступал на встречах в книжных магазинах, ко мне потом подходили женщины, работающие в книжных магазинах, и говорят: Дмитрий, у вас такие, знаете, приятные всегда к вам приходят ребята, а во-первых, они все хорошо выглядят, такие добрые, веселые, нарядные, вежливые, никогда не пихаются локтями, значит, тогда приходит время книжки подписывать. Что дело у Веллера бабушки друг друга, есть такой писатель, писал Веллер, кто не знает, а друг другу бабушки охаживают, значит, сумками по головам и распихивают локтями. Я просто отдельно хотел сказать еще раз, что нынешняя наша прямая трансляция дополнительно утверждает, что у моих читателей всегда очень приятные, интеллигентные, милые лица. Так, ну что ж. Тогда я предлагаю, собственно, начать уже задавать те самые победные вопросы, Дмитрий, вы как? Я, конечно, давайте. Ну, пожалуйста, я могу предоставить слово, либо вы можете предоставить слово кому-нибудь из наших участников. Давайте вы предоставите, потому что я тут между значит, компьютером и телефоном весь растерявшийся, не знаю, с кого начинать. Отлично, давайте. Предлагаю вам, как модератору, все это осуществить, вот, функционал. Хорошо, тогда позвольте я своим необъективным, может быть, выбором, я предлагаю начать Ксении. Ксения? Да, я готова. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Дмитрий, еще раз. Меня зовут Ксения, я из Сыктывкара. Однажды как я с вами встретилась. Года, но мы за постом живем. Погода у нас вообще 40 недели. Вот. А так очень красиво. Однажды я вас встретила в одном месте в Москве, в кафе, на Патриках. И удивительно, второй раз мне так повезло, что вы выбрали мой вопрос. Видите как? Мне кажется, я даже помню, как я вас встретил в кафе на Патриках. Наверное, очень классно, да. Что. Потому что вы. Напоминается. Ну нет, ну вы, конечно, тоже, да, просто встреча вот резонирует, да. Давайте я начну. Ваша личность вообще заинтересована активно после вашего диалога с Дмитрием Быковым приморец Public Talks. Я после этого переслушала все ваши интервью. И мой вопрос об изучении иностранных языков. Вам удается бегло сходу формулировать сложные специфические мысли на иностранном языке, как на английском, так на испанском, французском, немецком. Иврит я просто еще не нашла. И вопрос, ну, такой, как вы не путаетесь между языками? И вообще, на каком языке вы думаете? На каком языке думаете? Нет, ну, конечно, на русском я думаю, и думаю, и сны мне снятся на русском. Хотя вот, кстати, сегодня я прямо поймал себя на том, что проснулся в среди ночи и говорил по-французски. Но там была речь какая-то, типа, я во Франции, и я выступаю, значит, на трибуны, помню, да, какой-то приз там. Я просто в году 4 приза, да, это мне, значит, 40 лет ничего не давали. И в детском саду даже, по-моему, ни одной не дали медальки шоколадные. Вот, и тут вдруг у меня такой год, что меня завалили призами, и, видимо, меня это впечатлило даже на уровне подсознания, у меня снится, слышно, не во Франции, это будут призы. И вот я такой просыпаюсь с утра, часов 8 сегодня такой, и понимаю, что я аккумулирую на французском, но я перевожу как бы все равно с русского языка, не то, что я так вот живу и думаю на французском, а я во сне толкаю речь, но тем не менее сначала формулирую по-русски, потом перевожу на французский язык. Вот. Но, то есть вообще, конечно же, родной язык у человека один, для меня он, безусловно, так сказать, русский язык, и все остальные это языки иностранные, но поскольку я довольно много и жил, и продолжаю периодически бывать подолгу за границей, я, собственно, языки эти изучал вот с таким муклежом, муклеванием, то есть я находился где-то за рубежом, и во время нахождения за рубежом достаточно активно учил. Учил и тут же начинал практиковать, набирал словарный запас, и тут же его использовал в разговорах, старался каждый раз найти себе собеседников каких-то, и это, безусловно, является самым правильным и эффективным способом изучения любого иностранного языка. То есть, когда ты имеешь возможность сразу же, выучив какую-то конструкцию или какие-то слова узнав, пустить их в дело, это, ну, и к тому же послушав, как правильно люди произносят, стараться подражать произношению, музыке, интонациям, там, вылавливать какие-то ошибки свои собственные или просить людей, чтобы тебе указали на неправильности. Это все очень работает. То есть я, на самом деле, языки учил один за другим. Ну и, конечно, когда ты активно учишь там французский, то ты, значит, английский тебя не очень влезает в голову. Когда ты учишь иврит, он начинает выбивать какой-то другой вторичный язык, например, французский. Когда учишь испанский, там начинают другие забываться. То есть фаза активного изучения языка и активного погружения в языковую среду, другие языки, которыми ты прямо сейчас не пользуешься, они вылетают. Вот. Но если ты периодически имеешь возможность, я не говорю там ездить, потому что сейчас ездить особенно никто не может, ну там есть же масса и относительно недорогих занятий с иностранными носителями. Ну, разумеется, там, допустим,
с англоязычными это будет, может быть, дороже, но тем не менее есть там какие-то африканские страны на английском говорящие, и там, не знаю, Канада, где тоже, может быть, расценки не такие высокие и так далее. То есть можно в любом случае найти себе онлайн-курсы и там по часу в день на одном другом языке за какие-то не очень большие деньги, типа, может, 400 или 500 рублей там, в час, там, 600 рублей в час, разговаривать. Вот. И это может вполне, мне кажется, заменить, или, по крайней мере, не то, что заменить пребывание в другой стране, но, по крайней мере, дать возможность использовать эти языки. Вот. Но если есть возможность поехать куда-то учиться, и там просто погрузиться в языковую среду, все на языке иностранном разговаривать, это вообще возможность незаменимая, и я не устаю всем людям, начинающим обучение или закончившим обучение в высшем учебном заведении, советовать попробовать жить за границей, приобрести какие-то дополнительные там навыки, погрузиться в другую ментальность, в другую языковую среду, и считаю, что это как бы приобретение сверхспособностей, которые потом вам пригодятся и на родине. Спасибо. Я сама только что вернулась из Барселоны, 2 месяца я училась в языковой школе. Я рада, что у меня есть опыт. Барселона. Да, 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 я часто бываю в Барселоне, и поэтому очень люблю город, считаю, что очень классный город такой, и, ну, и веселый, и достаточно озорной, и при этом красивый, и с историческим багажом потрясающим, и так далее. Вот, это, конечно, здорово. Вот и здесь как раз испанский язык, и есть возможность выучить достаточно правильно и хорошо, и с правильным произношением. Ну и главное, что здесь масса живого общения молодого, который даст возможность интересно этот язык там применять. А удается чувствовать себя своим в Испании? Или все равно отношение носителей языка не меняется, как к туристу они относятся? Или как? Когда вы с ними разговариваете почти на равных? Вы знаете как, но дело в том, что одна из причин, по которой я нахожусь там периодически в Барселоне, именно в том заключается, что здесь много туристов. И есть города на земле моноэтнические, монокультурные, ты приезжаешь, и люди понимают, что ты понаехавший. А города, где много туристов, вот, например, там, не знаю, там, Париж или Барселона, или Лондон, или еще что-то, нет никакого отторжения к иностранцам, потому что люди просто думают, что это турист. Ничего страшного, можно себя ощутить туристом. То есть в любом случае, чтобы прижиться в другой стране, если речь идет об эмиграции, вот, нужно уезжать школьником еще и потратить там 5 или 6 лет обучения в школе, тогда у вас действительно будет, если вы там успели в школе уехать какой-нибудь средний язык местный без акцента, и тогда там социализация будет принципиально другом уровне, и тогда вы можете почувствовать место. Во всех остальных случаях все равно это будет такое, как бы, значит, при приживании отломанной веточки от груши, значит, к яблоне примотанной, полной интеграции, наверное, не произойдет. С другой стороны, зачем, собственно, искать вторую родину? Родина у человека одна, но не обязательно совершенно, как мне кажется, лишать себя из-за невозможности почувствовать в другой стране как на родине, да, возможности, тем не менее, в других странах пожить. Я не говорю сейчас об эмиграции пожизненной, о том, чтобы навсегда там уехать из России там, и так далее, но почему бы, ну, как бы мир сегодня современный устроен, по крайней мере, до коронавируса был устроен так, что люди родятся в одной стране, учатся в университете в другой стране, потом они могут там перемещаться. Был в недавнее время открытый мир, я думаю, что он откроется снова, пожил-поработал там, пожил-поработал сям, вернулся потом обратно к себе на родину, и все свои знания, которые ты приобрел в этих своих поездках, путешествиях на родине, применил. Далеко не всему можно в России научиться, и в особенности то, что касается открытости каким-то другим современным веяниям, другим ментальностям, расширения кругозора, это все в этом плане опыт совершенно незаменимый. Вот. Поэтому, ну, ты не можешь почувствовать, допустим, в Испании или в Америке, или, не знаю, там во Франции, как на родине, ничего страшного в этом нет. Ты, тем не менее, приезжаешь туда, наблюдаешь за людьми, заводишь себе какие-то дружеские или любовные отношения, понимаешь, что все люди друг от друга, в общем, не так сильно отличаются, и это тебе очень серьезный горизонт расширяет, и взросление ускоряет, и это делает более интересной многогранной личностью. Вообще в сегодняшнем мире, с моей точки зрения, сложнее и сложнее говорить о какой-то единой и односторонней идентичности. То есть ты можешь быть вполне человеком, относящимся внутри Российской Федерации, относящимся к разным этническим группам одновременно, считать себя русским, потом поехать, значит, учиться где-нибудь в одной стране, если есть возможность, потом поехать поработать в другой стране, если есть возможности, в общем, для тех, кто их ищет, есть, и можно, в принципе, и на работу найти, трудоустроиться, и стипендию получить, было бы желание, была бы мотивация. И потом вот все вместе складывается в какую-то другую единую мультиидентичность, которая позволяет тебе быть гораздо более интересным, многогранным, не более сложным, менее простым, менее однослойным, односложным человеком. И я считаю, что за этим все равно будущее. Да, и весь мир, в общем, так, и по большому счету, и будет жить неизбежно. Сейчас закончится все это пандемия, границы снова откроются, и за этим будущее. А за изоляционизмом, за закрыванием какой-то архаической монокультурной ментальности будущего все равно нет. То есть мир движется навстречу друг другу, страны все равно будут открываться, культуры будут смешиваться. Это неизбежный исторический процесс, и глупо, значит, его отрицать. При этом никто не запрещает вам оставаться самим собой, и вы можете сколько угодно быть русским человеком во Франции, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, в Австралии и в Испании. Да, сколько вы этого хотите. Али, что родина на расстоянии идеализируется. Я тоже очень люблю Россию. А ваш роман Родина идеализируется, как бы тут, скажем так, в любом случае вы остаетесь русским человеком. Куда бы вы ни поехали, та среда, в которой вы были в детстве, тот язык, на котором вы получали школьное там, образование, те мультфильмы, которые вы смотрели, те сказки, которые вы слушали, те самые яркие и важные формирующие личность впечатления, которые вы там получили в детстве и в юности, они формируют представление о том, что такое дом, что такое родное, что такое свое, и все такое уют, эмоциональный уют, безопасность, комфорт и синхронизация какая-то. И прекрасно, это и есть корни. И я ни в коем случае не говорю о том, что корни надо забывать, их надо отрицать. Они, наоборот,
делают человека сильнее, делают его сложнее и так далее. И это есть что-то, к чему можно возвращаться, обращаться, за что можно цепляться в этом мире, да? Это может быть база, фундамент, на который можно надстраивать следующие какие-то слои своего жизненного опыта и своей личности. Спасибо вам большое за разговор. Я еще хотела сказать, племянник, ему 7 лет. Он пишет книжку в 7 лет уже. Она очень похожа на ваше произведение Топи, скорее, вот на ваше типа русское. Очень бы хотелось, чтобы у меня вырос такой мини-Глуховский, развил свой талант. Спасибо большое. Ну, ему удачи. Спасибо. То есть не знаю, чем вы там его кормите, что он 7 лет такие вещи пишет, как бы, но надеюсь, что хорошо с ним обращаетесь и не шлепаете его. Иногда, ну, рука чешется, я понимаю, да. Спасибо. Ксения, спасибо вам большое за вопрос. Поздравляем с победой, в том числе, да, вошли в тройку призеров нашего конкурса. Оставайтесь с нами в звонке, а мы продолжим нашу такую, не знаю, почти пресс-конференцию в звонках ВКонтакте. Я хотел бы передать слово сейчас Андрею. Андрей, привет. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей, да. Даже немного неловко, потому что я не настолько большой фанат, как многие из зрителей. Да вообще не страшно. Я тоже небольшой свой фанат, Андрей. Не переживай, тебе поводу совершенно. Я из Москвы. Я учусь в Институте кино и телевидения на драматурга. Поэтому мой вопрос больше именно вот такой вот... Драматургический. Этот вопрос наиболее важен для авторов. Есть такой тезис «Tell the story you know». То есть рассказывай историю, которую знаешь. И в том-то и заключается суть, что если ты знаешь эту историю вдоль и поперёк, то зачем ее тебе рассказывать? И я больше придерживаюсь тезиса, сформулированным режиссером головоломки и нынешним креативным директором Pixar Питом Доктором. Рассказывай историю, которую хочешь понять. «Tell the story you want to understand». Поэтому мой вопрос для вас, он немного личный для вас. Да. Над чем вы сами для себя хотели разобраться, когда работали над своими произведениями? Над трилогией «Метро», над текстом, над топами? Вы знаете как, здесь я думаю, что это не взаимоисключающие тезисы на самом деле. Когда говорят «tell the story you know», имеется в виду рассказывай ту историю, в которой ты побывал сам, которую ты прожил, потому что тогда ты гораздо точнее и более полно представляешь себе эмоции человека, который оказывается в этих обстоятельствах. Когда герои у тебя ведут себя естественно и соответствующе тому, что реально человек может испытывать в этих обстоятельствах. Когда ты берешься описывать, не знаю, никогда не находившись в какой-то ситуации, никогда не рожав роды или никогда не воевав в войну, ты неизбежно, в лучшем случае, оказываешься, значит, в сфере влияния клише массовой культуры, которая очень часто точно так же создается людьми, эти ситуации не проживавшими. Ну, то есть это клиширование клише, такое фотокопия. И поэтому в массовой культуре, а не в артхаусе, к тому же вынуждены потакать там требованиям цензуры масс-маркета, все вот такое безуглое и чаще всего неправдивое. А настоящие эмоции могут очень отличаться человека в разных обстоятельствах, особенно драматических, от того, что нам предлагает в качестве этих эмоций масс-маркет или какая-то там, сказать, массовая литература или коммерческое кино и так далее, понимаете? Собственно говоря, вот есть книга Льва Толстого «Анна Каренина», и там буквально на первых страницах есть сцена, где мужчина средних лет лежит у постели какого-то своего умирающего родственника, отца, что ли, или дядя, а родственник никак не умирает. И вот человек уже весь свой запас сострадания и расстройства израсходовал, и теперь начинает скучать, я думаю, когда же он помрет. И это, конечно, с одной стороны, эмоции, которые, ну, в общем, не назвать неприятными, неблагородными, а в остальном, вроде бы, казалось, такой милый персонаж. С другой стороны, ты понимаешь, что, ну, нужно определенное мужество, чтобы вот так вот интроспекцию туда. Очевидно совершенно, что, наверное, Лев Николаевич Толстой сам на ком-то из своих родных, может быть, не очень близких, это проживал. Да, и ты, вот, пройдя через ситуацию, понимаешь, на самом деле, да, люди расходуют, прошу прощения, люди расходуют запас своего сострадания или того, как они намеревались вот, там, прощаться с близкими людьми довольно скоро, и потом остается как пустота и скука. Ну вот так, понимаете? И я думаю, что там реальные эмоции человека, находящегося на войне, то есть я бы по-настоящему, то есть я бы не взялся описывать это. Даже эмоции человека, оказавшегося там на зоне, условно говоря, зона освобождавшегося, я взялся в романе текст описывать с большой осторожностью. И пропустил книгу через нескольких отбывших срок в местах заключения людей до того, как она вышла, по главам отправлял читать им, значит, чтобы удостовериться, что я правильно представляю себе эмоции, ощущения и какие-то аспекты человека, прошедшего через такое серьезное испытание. И только получив какой-то, значит, апруф от них, я решился все это уже на бумаге выпускать. Также и с действиями психологии там, сотрудников внутренних органов, милиционера, полицейского, сотрудника наркоконтроля, который тоже действует у меня такой персонаж значит, в тексте. Там тоже нужно было мне, разумеется, мнение экспертной по психологии, и я встречался с сотрудниками проходных органов, разговаривал, как бы делал какие-то вопросы, и потом давал им вычитывать, они там где-то правили фактологию, где-то по поводу эмоций какие-то вещи, свои соображения высказывали. Ну, то есть так, чтобы не было упрощений, огрублений, чтобы не было какой-то ванильки, чтобы было точно, чтобы это соответствовало реальным эмоциям, которые проживает человек в тех или иных драматических обстоятельствах.
Теперь понятно, с другой стороны, что человек, который пишет, это человек, который там является драматургом, который идет учиться драматурга, ну сколько он в конце концов мог прожить драматических ситуаций к своим там 20, допустим, годам. Ну, допустим, с ним плохо обращался какой-нибудь отчим. Да, допустим, к девочкам там приставали, не пытались их изнасиловать. Допустим, мальчик пережил какое-то насилие там во дворе, допустим, были проблемы у кого-то с наркотиками, уличные драки. Ну, то есть есть некий набор ситуаций, в которых там действительно молодой человек может успеть к своему там обучению на кинодраматурга или режиссера побывать. Поэтому, собственно, режиссеры начинают обычно позже, люди занимаются режиссурой, потому что тут ты должен, помимо технических аспектов, представлять себе достаточно точно ощущения, эмоции. Ты же занимаешься дирижированием эмоций человеческих, когда ты создаешь кинофильм, и когда ты пишешь сценарий, ты тоже ставишь героев в какие-то ситуации, и ты должен представлять, что они будут проживать, что они будут испытывать, и как они реально могут действовать в тех или иных обстоятельствах. То же самое здесь. Это, ну, что касается понимания фактологии и понимания настоящего эмоционального спектра. А вот что касается тем, которые ты исследуешь, потому что у каждого произведения есть какая-то тема, там, взросление, сепарация с родителями, прощение, предательство, не знаю, там, примирение того, как человек представлял себе жизнь, идеализированной с реальностью, не знаю, что угодно, там, взаимоотношения со стареющими родителями, бунт и там побег из-под, наоборот, их крыла, первая любовь, там, последняя любовь, все что угодно. Распрощание с невинностью. То есть может быть масса тем каких-то, в которых ты что-то почувствовал, и ты хочешь глубже это все исследовать и сформулировать какую-то мысль, ощущение по итогам этого исследования себя. И в этом случае, наверное, ты ставишь героя в какие-то обстоятельства, в которых сам мог бы оказаться, или в подобных которым ты бывал, чтобы вместе с ним, пройдя, может быть, докрутив где-то ситуацию, да, или до абсурда ее доведя, или еще что-то, исследовать эту тему. То есть получается так, что совсем браться за тему, где ты не бывал никогда, то есть вот ты там домашний московский мальчик, ты не можешь взять и описать ощущения человека, который находится на линии фронта. Потому что это неправильно, скорее всего, твои представления искажены героическим, коммерческим, значит, пропагандистским кино, которое ты посмотрел на эту тему, в особенности, если ты смотрел наше кино, там, наших фильмов. Ты посмотрел на эту тему. Да. И, в общем, ты находишь во власти чужих стереотипов, намеренных или ненамеренных и так далее. Ты не можешь точно описать ни чувства, ни поведение реалистических людей в этой ситуации. Но если ты побывал, и ты с чем-то столкнулся, и ты хочешь понять, что же это было такое, ты возвращаешься героев в это положение, и немножко, может быть, из того, что где-то слышал, из того, что где-то видел, достраиваешь ситуацию, исследуешь, например, там, природу героизма. Кто вообще такие люди, герои, почему они, как они преодолевают страх, какая нужна мотивация для самопожертвования. Вот ты, допустим, собой не жертвовал, но какой-то твой знакомый там на войне взял и пожертвовал собой. И ты берешь и пишешь на эту тему, чтобы попытаться понять, что такое реально скрывается самопожертвование. Какой-то вот гормональный выброс, или это отчаяние, или это невозможность примириться с собой, или нежелание дальше жить вообще, ну и так далее. Что движет людьми, которые его берут и жертвуют собой ради других? Ну, вот так, понимаете? Угу. Справедливо. Так что это не взаимоисключающие вещи. И, конечно, ты либо хочешь, мне кажется, поделиться каким-то открытием с людьми, и поэтому берешься за исследование какой-то темы и какой-то драматургической конструкции, либо ты действительно хочешь копнуть глубже, ты видишь для себя какой-то интерес, какой-то внутренний конфликт в этой теме, в этой истории, и ты ее, собственно, ну, вот таким образом исследуешь, достраивая ситуацию или выстраивая ее, но тем не менее, тема должна быть так или иначе эмоционально тебе знакома. Иначе смоделировать действия героев не получится правильно, иначе они будут неестественными, и довольно скоро ты поймешь, что никто в эту историю не верит. Потому что, в принципе, как в литературе, так и в кинодраматургии, по большому счету речь идет о такой магии с использованием человеческого воображения, в особенности в книгах, когда ты не имеешь ни людей, которые согласны там, себя впустить, условно говоря, там, духов своих героев, да, ни визуального ряда, ни музыкального ряда, просто есть пиксели на экране или краска на бумаге, и нужно поверить, что краска на бумаге — это живые люди со своими эмоциями, судьбами, страхами, сомнениями, комплексами, мечтами. Что они проживают какие-то ситуации, которые заставляют тебя, как читателя, полностью отождествить себя с этими ситуациями и почувствовать, что сердце бьется сильнее, или страх за них испытать, или вместе с ними эйфорию почувствовать. Но это чистое волшебство, которое благодаря только силе человеческого воображения и способности человека себя отождествлять с другими героями, с другими людьми, с другими живыми существами, возможно. Но опять же, как только ты своего героя заставляешь совершать противоестественное, неестественное для него, человек говорит, это вранье, это фальшь, все, я в это не верю, он полностью из истории выходит, отсоединяется, волшебство рушится, и дальше никто уже, ну, сколько раз такое было, наверняка у вас тоже, когда вы смотрите кино какое-то, в особенности категории Б, и понимаете, фальшак. Миф, вот так вот сейчас... миф и жизнь. Миф и жизнь, да, мифы могут быть разные. То есть миф может быть целенаправленный, потому что там, при помощи кино там государство пытается какую-то вам в голову идею вбить, например. Может быть коммерческий, потому что, значит, мы сейчас не будем заострять, мы сейчас там отпугнем, если мы будем все как в жизни показывать, люди хотят там сладости, давайте не будем это. Значит, или может быть просто какая-то ситуация, когда как раз сценарист не знает, о чем пишет, режиссер тоже не понимает, что снимает, они все как бы строчат что-то на заказ, и, ну, и так сойдет. Вот. Ну, примерчик там, чуть-чуть.
И вот получается говно. Так в чем же вы хотели разобраться, когда писали метро? У меня есть там есть разные... Я когда писал метро, ни в чем не хотел разобраться, я просто представил себя в этих обстоятельствах, мне кажется, прикольным, и я вот как бы сам в этом мире находился вместе с героями. И в первой части, когда я писал первую часть, я ни в чем не хотел разобраться. Когда я писал вторую часть, вторая часть метро вообще неудачная, и когда я писал третью часть, я пытался разобраться в крымском синдроме. Почему люди предпочитают верить в комфортную для себя ложь и не хотят слышать комфортной правды, некомфортной правды, даже когда они понимают, что вот это ложь, вот это правда. Как они себя убеждают в том, если им неприятно правда, что это неправда. И как они заставляют себя поверить в ложь, только потому что для них приятно, что это ложь. Страхи, психология осажденной крепости, тема поиска врага, почему люди не могут без врага, зачем им нужно, в общем, все время врагов себе находить, почему они теряются без врагов. Эти вот темы, те глобальные какие-то темы социологические, скорее, исследовал, ну и полуфилософские, скажем так. Это не вопрос был личностных переживаний героя или моих собственных. Это были какие-то темы, которые имели отношение в целом к устройству общества. Да? То есть надо понимать, что я образование своему журналист и, значит, международник и социолог немножко, там у меня были курсы там, социологии, тогда политологии, то есть это журналист политический. И для меня вот эти темы как бы управлением обществом при помощи медиа, при помощи пропаганды, отношения людей к индоктринации, к внушению каких-то там идеологиям, доктрин и так далее. Для меня это все как бы вот, очень интересный вопрос, который меня завораживает, и я через фантастические сюжеты, на самом деле, достаточно реалистические вещи пытаюсь изучать и анализировать. Вот. Вот, наверное, с текстом речь шла о попытке понять, насколько мы себя можем другим отождествить, да, и может ли человек один простить другого человека, и через что. Вот, технология отождествления. Ну и плюс всегда это, там, ну, преследовалась другая немножко задача после нескольких фантастических вещей, которые я до этого писал. Я хотел попробовать написать в одной книжке, уместить портрет современной России с ее какими-то очень такими знаковыми, ну, с признаками времени, с разделением на касты, на классы, на правящий класс, на обычных людей. Это все более важная роль, которую силовики играют в жизни страны и народа, и неоднозначная это роль бесправия простого человека и так далее. Я хотел целиком взять, создать ощущение от России, там, теперь уже, получается, 4-летней, там, 5-летней давности, и вместить ее в одну книгу, при этом с увлекательным там, приключенческим сюжетом. Вот. И, то есть, вот так, наверное. То есть, в большей степени всегда у меня это, как бы, тема исследований, предмет исследований это Родина, и то, что с ней происходит, и в меньшей степени интроспекция какая-то, взгляд вовнутрь психологии конкретного человека. Понятно. Большое спасибо за возможность задать вам вопрос. Надеюсь, что в недалеком будущем мы с вами встретимся. Я уже буду более начитан в ваших книгах и смогу пожать вам руку лично. Ура, надеюсь. Спасибо. Да, Андрей, спасибо за вопрос. Также поздравляем, и я хотел бы сказать, что все победители у нас сегодня также получат книги с автографом Дмитрия. Поэтому ждите книги. А мы переходим к третьему вопросу, к нашему третьему победителю. У нас в эфире Светлана. Светлана, добрый вечер. Тут. Да, слушай. Да, Светлана, это фильтр или такие большие глаза у вас в реальной жизни? Это глаза, спасибо. Ничего себе. Я думал, знаете, вот эти фильтры, которые делают такие анимешные глаза. Так, хорошо, извините. Да, спасибо большое, что выбрали мой вопрос. Извините, у меня тут сын минус. Я из города. Ничего. Вот, это на границе с Эстонией, такой небольшой город. Вот, и Пушкинские горы, это тоже в нашей области. Что еще? Ваши романы мне очень нравятся, тут какие-то больше, какие-то меньше. А вопрос у меня такой. Я заметила, что в ваших произведениях женские образы, они, как правило, всегда вызывают у читателей симпатию. Ну, такие они очень приятные, там, со своими словами, и сильно они достаточно... Прошу прощения. Вот, и у меня вопрос такой, Дмитрий, никогда вы не задумывались ли о том, чтобы злодея вот, сделать именно женского пола, вот, чтобы зло такое было у вас воплощением вот к женщине? Потому что женщины вообще, они же очень коварные существа. Супер вопрос. Здесь есть два момента. Значит, спасибо за вопрос. Во-первых, ну, в целом я к женщинам отношусь с большим интересом и стараюсь их, ну, всячески изучить при помощи, главным образом, конфликтных интервью. И всю жизнь, в общем, пытаюсь разобраться в том, насколько глубока, есть ли вообще существенная разница между мужчиной и женщиной, которая, ну, не обусловлена, скажем так, необходимостью беременеть и рожать, и как бы какими-то, значит, там, гормональными циклами. Вот если все это, допустим, поручить мужчине, будет ли мужчина вести себя по-другому? И за исключением, или вынося за скобки отличия, там, связанные с романтическими отношениями, в остальном вообще отличаются ли мужчины и женщины? И, по-моему, гораздо больше значения здесь имеют психотипы и какие-то формирующие события, чем разница в гендере. Но я раньше, поскольку для меня это тоже такое как бы постепенное открытие для всех нас, да, потому что
отличия между женщиной и мужчиной, люди обсуждают даже еще больше, чем отличия между жителями Москвы и Петербурга. И навязывают друг другу это впечатление, что действительно это как бы вот женщина с Венеры, мужчина с Марса, ничего общего нет, и понять друг друга невозможно. Тем не менее, мы видим, что эти как бы люди существуют в двух полах и гендерах бок о бок. С того момента, в общем, как превратились из обезьян, обезьяны продолжают существовать в этих гендерах, и как они друг друга, в общем, в целом понимают, договариваются по всем ключевым моментам, живут друг с другом рядом и так далее. Значит, что касается женщины-злодея, тут, во-первых, ну, конечно, женщина, в особенности в семейной жизни, очень часто выступает в роли злодея. Вот, а как только на ней женишься, она сразу перестает питаться добренькой и, значит, ну что такое вообще зло? Давайте так. Скажем так, зло — это готовность жертвовать другими в своих интересах. А добро, наоборот, это, видимо, готовность жертвовать собой в интересах других. То есть такой крайний эгоизм, крайний альтруизм. То есть чем больше ты готов собой поступить ради других, тем ты в целом добрее. А чем больше ты готов другими жертвовать ради себя, тем, видимо, как бы ты более злой человек. Да? Дальше, если об этом говорить, или, в принципе, там, извлечение удовольствия от причинения боли и страданий другим людям, чтобы выправить свой, собственно, психоэмоциональный баланс. Наверное, во-первых, все, так сказать, попадая в условия то есть женщина, конечно, женщина знает лучше, но, опять же, как бы демонизировать других женщин, наверное, не совсем правильно относительно мужчин. То есть женщины, как все, от девочек слышат такое, все, значит, бабы-сучки, а вот мужики, они, да, они хорошие, они надежные, они добрые. Но надо понять, что они хорошие, надежные, добрые, в первую очередь, по отношению к женщине, да, потому что есть романтическая заинтересованность, есть кодекс поведения и так далее. А женщины никакими обязательствами друг отношения друга не значит, скованы. И женщин воспитывают в культуре, как бы сдерживание своих эмоций на публике, потому что притворство, снова изображение себя миленькими, мужчин миленькими никто себя изображать не требует, поэтому они более естественные, восприятие их более соответствует их реальной какой-то природе. Когда тебя все время попросят принижать агрессию, которую женщина, разумеется, способна испытывать в такой же степени, как мужчина, казаться милашкой, улыбаться, делать там хлопать ресницами и так далее, а внутри тебя бушует ярость, которую ты подавляешь, зажимаешь и не выпускаешь из-под жизни только в каких-то случаях, когда уже больше не можешь, потому что в основном все себя должна как бы контролировать и притворяться более доброй, чем ты являешься. Вот это, наверное, создает этот контраст, собственно. Я бы с удовольствием написал книгу о семейной жизни, где я сделал бы женщину злодея. И, может быть, даже этим займусь. Вот, потому что это, собственно, ну, женщины редко принимают участие в военных преступлениях, не крошат, значит, невинных людей на улицах случаев убийств от рук женщин не так много, и это преимущественно тоже связано с какой-то, значит, любовной сферой и ревностью, ну, с какими-то, может быть, корыстными расчетами, опять же, в рамках семьи, там, ну, что, взять, там, талием отравили мужа, чтобы переписать на себя квартиру и зажить счастливо. Но, так сказать, тем не менее, пропорционально женщина совершает все-таки меньше всяческих злодеяний и преступлений, чем мужчины. Но каждый, кто находился с девушкой в отношениях больше, чем 2 месяца, сталкивался и с приступами ярости, и с несправедливыми упреками, и с, значит, мотанием нервов, и с истериками и так далее. И вот это, собственно, тот уровень женского злодейства, с которым любой человек в взаимодействии находился, об этом интересно писать. Возвращаясь к вашему вопросу. Надо попробовать, но немножко еще страшно, честно говоря, потому что без меня много очень людей, склонных к мизогинии, к значит, демонизации женщин, к унижению женщин, к пренебрежению женщин и так далее. Я лично от женщин совершенно не пострадал в своей жизни. В целом, как бы научился, с одной стороны, договариваться, с другой стороны, понимая эмоциональный запрос каким-то образом, либо его удовлетворять, либо из-под него выворачиваться, не нанося людям никаких травм почти. Но когда в длительных отношениях находишься, все-таки травмы наносить приходится, это малоизбежно, мало трудно избежать. Вот либо тебя бывает такое в длительных отношениях, это, так сказать, война на уничтожение эмоционально идет. Вот. Задумался, да. Короче, вся эта тема, разумеется, стоит разработки, но я, честно говоря, не настолько от женщин пострадал, чтобы их каким-то образом не взлюбить и взять, значит, женщину забрать в качестве злодея. Но тема, безусловно, интересная, что называется по-английски челленджинг. Вот, и взяться за нее вполне, может быть, стоит. Спасибо за идею. Светлана с нами. Да, спасибо Светлане тоже за вопрос. Так, ну что же, все вопросы, которые были выбраны, они были озвучены авторами. Может быть, есть еще какие-то вопросы по ходу нашей встречи? Я бы хотела послать Дмитрию побольше проектов с Диденко и с Варнавой. Спасибо большое, да, это мои друзья, и к тому же я их фанат, поэтому надеюсь, что у нас там еще 2, как минимум, проекта запланированы и состоятся, да. И книгу про семейную драму вы обещали уже очень давно. Я обещал, просто очень страшно за нее браться, понимаете, как бы это такая тема. Вот, вроде бы как возвращаясь к первому или к второму вопросу, понимаешь, что это та тема, за которую можешь взяться, потому что ее прожил и прочувствовал, а с другой стороны, что ты за это действительно хочешь, опять же, возвращаясь к этому вопросу, искренне рассказывать. Понятно. Что люди готовы из этого всего слышать и хотят слышать. В любом случае, действительно, это будет очень интересно, необычно. В любом случае, большое спасибо. Спасибо. Вызвано очень сильное желание получше познакомиться с вашими произведениями.
Буду надеяться. Даже не знаю, на самом деле, что можно еще задать в качестве вопроса. Да, ну, в общем, ничего. Я думаю, что мы... Разговор, Андрей, Алексей. Вот у нас есть помощники, Алексей и Андрей. Они как бы вот следили за ходом нашего разговора. Я считаю, что в целом разговор состоялся. Вот, функция видеозвонков ВКонтакте опробована. Он работает отлично, практически не отрезает волосы и голову. Никогда. Вот сейчас он, чем больше он самообучающий какой-то, да, то есть периодически голова отпадала, но я вижу, что сейчас он уже, значит, фон мой реальный там шкаф с одеждой и стену украшенную, значит, запечатлел и перестал отрезать мне голову, даже волосы аккуратнее стал сбрасывать. Вот. Спасибо большое всем. Действительно, будут книжки с автографами. В ближайшие там пару недель, я думаю, что они до вас доедут. Ну, может быть, там, до Сыктывкара чуть позже. Но это только за Почту России. Вот. И рад буду как-нибудь попробовать этот замечательный функционал еще раз. С наступающим Новым годом. Ура! Можно заранее уже начать, правильно? Конечно, уже можно точно начинать всех поздравлять. Всем большое спасибо за вопросы. Андрей, Ксения, Светлана, еще раз вас поздравляем. Спасибо за вашу активность в сообществе. Я хотел бы обратиться к тем, кто смотрит наш эфир в режиме лайв прямо сейчас, и к тем, кто посмотрит видео в записи. Заходите в сообщество Дмитрия ВКонтакте, потому что самая актуальная информация о творчестве и вообще о жизни Дмитрия в публичном поле будет появляться именно там. Вот. И я думаю, что мы еще придумаем другие конкурсы и активности именно ВКонтакте. Поэтому, Дмитрий, спасибо вам огромное, и вас тоже с наступающим Новым годом. Вам желают зрители трансляции новых книг, все ждут экранизацию «Метро». Вот. Ой, я так жду, да, очень. Вот, поэтому всем огромное спасибо, и обязательно попробуйте фон, изучите его, посмотрите, выберите для себя самый любимый элемент на этом фоне, вот, и созванивайтесь с друзьями, обсуждайте книги, и читайте, друзья, читайте. Спасибо большое, всем хорошего вечера. Спасибо. Пока-пока.